Необъяснимая жестокость. В поселке Минина неизвестный застрелил домашнего кота породы мейн-кун по кличке Джордан. О произошедшем рассказал владелец животного. Он нашел своего питомца на соседнем участке с пулевыми ранами. Мужчина сразу же вызвал на место участкового, однако тот ему сказал, что именно этим делом заниматься никто не будет. Он может лишь проверить у всех соседей разрешение на оружие. Между тем, убийства животных, утверждает владелец мейн-куна, в Минина происходят регулярно. Пытаемся найти стрелка, так скажем, потому что он у нас здесь периодически постреливает, и периодически пропадают животные, кошки пропадают в частности. И я не знаю, в каком состоянии должен находиться человек, который просто встал, взял ружье, увидит кошку, которая ничего ему не делает, просто проходит мимо, стреляет в нее, идет спокойно ужинать или там чай пить. Добавлю, полиция этим делом все же занялась. Как сообщил нам хозяин кота, к нему приехали сотрудники аж на двух машинах. Тело питомца забрали на экспертизу.